сосна. Сосна, сосна. Я береза. Прием. Как слышно? Я думаю, что войска пойдут с юга, а мы можем выключить стрелы и завтра напасть. А если они устроят засаду? А что это вы тут делаете? А? А мы здесь в войнушку играем. А возьмите меня с собой. Ладно, давай. Я генерал. Это наши офицеры. А ты у нас будешь сержант. Усёк? Усёк. Это наш штаб. Понял. Но, чтобы войти в него, нам нужно придумать пароль. А наш пароль – ромашка. Понял? Понял. Да. Пробуй. Товарищ генерал, разрешите войти? Скажи пароль. Пароль. Егор, ты не понял. Надо сказать пароль, а пароль – ромашка. Понял? Понял. Давай сначала. Еще раз. Товарищ генерал, разрешите войти в штаб? Скажи пароль. Пароль. Ты что, дурак? Мы тебе говорим, пароль ромашка. Повтори пароль. Пожалуйста, пароль. Я тебе сейчас вот эту вот дубину как штуку по башке. За что? За то, что ты пароль сказать не можешь. Могу. Вот, пожалуйста, пароль. Пароль-то ромашка. Ромашка. Понимаешь? А моей маме больше нравится розы. Ну при чем здесь розы? Мы тебе говорим, пароль ромашка. Ромашка пароль. Слушай, Егор, повторяй за мной. Пароль ромашка. Ромашка. Вот умница, молодец. Это и есть пароль. Понял? Понял. Давай. Пробуй. Говори пароль. Пароль. Врача. Да понял я, понял, чего так орать? Пароль-то ромашка, а моей маме больше нравятся розы.